Реверсия замедлена, внимание рассеяно. Водители под градусом, на дорогах опасны. В целом по области с января по июль произошло свыше 1400 ДТП с пострадавшими. Погибло 134 человека. Более 1800 получили травмы. Некоторые были настолько тяжелыми, что привели к инвалидности. При этом 11% аварий, примерно каждая девятая, произошли с участием именно пьяных водителей. На их счету 35 летальных исходов. Еще 210 человек обратились за помощью врачей. С целью профилактики в регионе постоянно проводятся рейды. За 7 месяцев задержано более 6 тысяч водителей под градусом. 13% из них попались повторно, а за это, напомню, грозит крупный штраф и уголовная ответственность.